Там для девятиклассников шестой школы урок мужества провели ветеран Великой Отечественной войны Василий Кулькин, историк и краевед Валерий Валиев, заместитель председателя Анапского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Хаджаев и специалист Центра патриотического воспитания молодежи «Ратмир» Андрей Малышев. Гости вспоминали, что во времена Великой Отечественной войны на территории Анапы нашли свое последнее пристанище множество неизвестных героев. Также до сих пор поисково-исторические отряды находят останки бойцов тех времен. Пока не будет захоронен последний солдат, война не окончена. Но эта война нужная для нашей памяти. Сегодня встреча с ребятами, с молодым поколением, замечательная. Видимо, у кого-то из них дрогнуло сердце. Кто-то сегодня обязательно придет домой, поднимет свои фотографии, старые архивы и найдет прадедов, которые воевали на нашей кубанской земле, кто защищал нашу родину. А может быть, найдет и того, кто до сих пор в их роду, ну, неизвестно где похоронен. И вспомнит их хотя бы имена, посмотрит на их лица. Помнить – это главная обязанность живых. Школьники, в свою очередь, рассказали, что в их семьях есть те, кто участвовал в военных событиях той эпохи, и о том, как они свято чтут и берегут память о героических предках. Подобные патриотические мероприятия библиотека проводит регулярно. По словам организаторов, главная задача – не терять связь поколений и объяснять молодежи, насколько важно знать и чтить славную историю нашей страны.